Всем привет! В данном видео я хочу вам показать по-быстрому, как удалить историю запросов Яндекс. Интерфейс частенько меняется, приложение Яндекса для смартфонов тоже частенько обновляется, поэтому я решил записать новое видео. Так, делается это очень просто. Вот смотрите, у меня тут есть два поисковых запроса сейчас в истории. Это «Как заварить шиповник» и «Как захватить вселенную». Их мы можем удалить, нажав крестики вот тут в правом углу, а можем это сделать более цивилизованно, чтобы удалились все запросы, либо не показывались вообще. Для этого нам понадобится вот этот угол, правый верхний. И хочу обратить внимание, что тут вы должны зайти под тем логином, соответственно, для которого вы хотите вот эти запросы все удалить. Если тут у вас вы не залогинены, то просто нажимаете «Добавить пользователя». И вот тут проходите авторизацию. После того, как прошли авторизацию, соответственно, у вас тут подсвечивается ваш логин. И вы для него уже можете очищать вот эти вот поисковые запросы, которые вы ранее использовали. Здесь смотрим, нажимаем на ссылочку «Настройка». И здесь «Настройки портал». Здесь... Смотрите, есть мои места, язык, реклама, уведомления, паспорт. Нам нужна вкладочка «Поиск». И вот она наша, то, что нам надо, это показывать историю поисков. И вот кнопочка «Очистить историю запросов». Если мы выключим «Показывать историю поисков», то запросы наши сохранятся. Соответственно, они просто не будут показываться. А если мы очистим историю запросов, то они... просто очистятся из памяти системы. Давайте нажмем «Очистить историю запросов» и попробуем снова вернуться на главную страницу Яндекса. Как видим, ничего не происходит, у меня подсказок нет. Я, то есть, все очистил и теперь... я не знаю, как захватить вселенную и заварить шиповник. Так, это что касалось десктопной версии, компьютер. А теперь давайте перейдем на смартфон, и я вам покажу, как там управляется все это дело. Там немножко посложнее, но тоже ничего страшного в этом нет. Так, я сейчас зашел со своим смартфоном в Яндекс.Браузер и зашел на главную страницу Яндекса. Вот она, Яндекс.UA, Яндекс.ру, неважно, мы видим внизу само. Давайте еще раз зайду. Вот так выглядит мобильная версия. И дальше я сколько статей не перечитал, везде показывают одно и то же. То есть нам надо нажать вот сюда, нам надо нажать в настройку. И нам надо вот здесь выбрать поиск. И здесь убрать птичку «Показывать историю поисков». Все, то есть здесь нажать на «Сохранить» и дело в шляпе. Но это же мы просто убираем показ истории поиска, а нам же надо ее очистить. Соответственно, это немножко нам не подходит. Давайте вернемся на главную страницу. Покуда это у нас мобильная версия сайта, то нам вот что надо сделать. Пролистать немного вниз. До самого конца. И вот тут последняя замечательная кнопочка «Версия для компьютеров». Нажимаем «Версия для компьютеров». И смотрите, у нас сейчас высветилось то же самое, что я вам только что показывал для десктопов. Нажимаем «Настройка», «Настройки портала». Ну и проделываем то же самое, то есть нажимаем на кнопочку «Очистить историю запросов». Вот, это все достаточно легко, и в принципе все, что можно было показать. Но в Яндекс.Браузере, если вы им пользуетесь, есть еще одна штука такая. Тут, вот здесь, в строке запросов, тоже есть некая история. Короче, и я пробовал, иногда там запросы появляются. Чтобы... и еще там все почистить, есть еще один способ. Заходим вот в Яндекс.Браузере, сюда, где три точки в настройки.
Здесь нажимаем настройки. Здесь ищем, ищем, ищем. Вот где сохранять историю стоит, тут дальше кнопочка очистить данные. И смотрите, вот ставим здесь птичку веб-история запросов и нажимаем очистить данные. Если не хотите очищать всю другую, там кэш, загрузки и все прочее, то ставим птичку только веб-история запросов. Нажимаем очистить данные. Вы уверены? Да, мы уверены. И, в общем, сейчас, по идее, наши поисковые запросы должны быть очищены, и мы их не увидим ни в самом приложении Яндекс.Браузер, ни просто в самой поисковой системе Яндекс. Ну все, друзья. Рад был, что вы досмотрели до конца это видео. Не забудьте подписаться на канал, будет еще много интересного. Всем пока!